Мне нравится смотреть на фойлсерфинг. Неважно, грести руками или вас затянут на катере, катиться по волне – это круто. И здорово, что с собой больше не надо возить целый парк досок для фойла. Достаточно взять одну Hover Hybrid Atnash. Жесткое дно с универсальными рельсами под фойл и полностью покрытый ковриком вверх. Конечно, большой объем 38 литров на короткой 120 см доске особо не нужен с кайтом, но кататься без петель не требует большого умения, неважно, на кайте или за лодкой. Продвинутым Hover Hybrid может показаться недостаточно жестким. Зато появляется шанс наконец-то попробовать выйти на крыло на серфинге, пусть даже прокатившись в положении лежа. Так что кому нужен универсальный снаряд, чтобы разнообразить свои увлечения в гидрофойле, обязательно присмотритесь Hover Hybrid Atnash. По удобству в путешествии ему нет равных.